Ну что, друзья, FIFA 23 вышла, это значит, что в честь этого можно лайкнуть первые 150 комментариев. Ну что, друзья, Пандос Фиксович на связи, и напротив меня всемирная игра, FIFA 23. Но перед тем, как мы зайдем в FIFA 23, нужно попрощаться с FIFA 22. Вот такой вот финальный склад у меня получился. Да, все то, к чему ты стремился на протяжении года, все твои накопления, все то, что имело смысл в этой игре, превращается в тыкву. Что-то напоминаю, да, друзья? Платину я не добил, 82%, там остались какие-то трофеи за карьерку, может быть, даже видос сделаю, не знаю, сколько это будет актуально, можете вот прямо сейчас в комментариях написать, было бы вам интересно, если бы я подвел какие-то финальные итоги по платине FIFA 22. И мы, собственно, перескакиваем в FIFA 23, пробная версия у нас имеется на 10 часов. Вау, какая красота. Оливье Жиру выходит. Что? Оливье Жиру? Так, я выбираю французов. Давайте посмотрим, что нам выпадет. Рейтинг качается, и это... Оливье Жиру. Серьезно, вот он меня сейчас преследовать будет. Сразу вышел. И в паке у меня вышел, и там вышел. Окей. Так, у нас в магазине даже какой-то набор имеется. Все плюшки достанутся уже вроде как после... 11 часов. Так, у нас же там новая система сыгранности, в которой я пока что вообще ни хера не смыслю, поэтому будем сейчас на ходу разбираться. А я, друзья, вам напоминаю о моих постоянных спонсорах. Это мои легальные хорошие друзья из компании Пари, у которых на сайте вы можете сделать ставочку на абсолютно любой вид спорта, начиная от футбола, заканчивая киберспортом. Сайт работает на высокотехнологичной платформе, а это значит, что никаких проблем у вас не будет. А если для вас удобно будет мобильным приложением воспользоваться, так воспользуйтесь им, тем более оно самое лучшее спортивное приложение. А если вы пройдете верификацию до конца, то получите отличный бонус фрибет в размере 1000 рублей. Ссылка в закрепленном комментарии. Реально, я не понимаю, зачем нужно было менять, блядь, концепт построения СБЧ составов. Вот к этому привыкать сейчас просто ебанешься. Теперь нужна строго одна лига. Окей. Так, наконец-таки, друзья, я закончил это дерьмо. У нас будет супер пак. Набор из двух игроков. Это паки. Спасибо, Пандос. О, Валера! Настало твое время. Помните такой мимас? Ставь лайк, если... Молдовый чел. Блять, еще и Левандовский в паке. Вау, вот это, бля, подгончик. Так, ну и друзья, вы готовы к этому грандиозному открытию? Два игрока, один из них редкий. Я не знаю, как определять волкауты, если что, поэтому просто смотрю и надеюсь. Так, Фафана, это неплохо, наверное, да? Блин, конечно, дико бесит и очень непривычно, что теперь ПФАшник не может стоять как ППшник. То есть у него восклицательный знак, а это значит, что у него там статы все... отстойные, да? Я все правильно понимаю? Сыгранность игрока 0. Это что значит? Это значит, что у него все статы остаются такими же, какие они есть? Или же что? Просто в той же FIFA 22 вы могли понять, что значит сыгранность 0. А вот в контексте данной FIFA я не понимаю, потому что статы у него не минусуются. Вот намудрили, конечно, с этой системой. Теперь вот сиди и разбирайся, что это, блядь, нахер вообще значит. Так, друзья, покупаем Назиха за 200 монет. Вот так вот пихаем. Сыгранность вроде должна была улучшиться. О, это что? Блядь, это камнеболы и вот эти судамериканы, они теперь синие стали какие-то. Бля, какой же убогий дизайн, вы посмотрите. Боже мой. Так, ну это какой-то крутой пак должен быть. Снова нам падает ЛЧ. Угу. Это прикол. Как может быть один и тот же игрок в двух паках подряд? Кто мне объяснит? Вот вы после этого... не верите в подкрутку? Ну, типа, это же странная хуйня. Сколько миллиардов игроков серебряного качества мне падает именно этот Веласа, блядь. Я в шоке. О, тут еще Инзаги. Нихуя себе, легендари. Блин, нормальный покупенька. Я поймал Кумира, поймал Левандовский, поймал Инзаги. Так, проходите испытания, получайте звезды, обменивайте их на награды. Так, моменты. Что это за режим новый? Давайте посмотрим. Развитие атаки, играть, получайте звезды. Отдайте 10 передач. Ебать, вот это я мастер своего дела. А вот на что будет интересно посмотреть, так это на геймплей. Поэтому я сразу же с двух ног врываюсь в 10-й дивизион, друзья. Вот так вот, 10-й дивизион, встречай. Я пойду прямо этим составом, я даже ничего придумывать здесь не буду. Так, ну и давайте смотреть на составчик, друзья. Мне прям интересно пощупать геймплей, потому что я мало роликов вообще по FIFA 23 смотрел. И где состав? Что? А где состав? Я ничего не понял.
А, теперь так показывают. Нихера у тебя состав. Фул золото, друзья, против моих бомжей французских. Блять, новая менюшка какая-то. Так, собственно, давайте чекать. У меня Оливье Жиру в атаке. Это единственный игрок, которого я знаю. Что? Блять, у меня классика стоит. Да какого хрена? Да, по-хорошему, конечно, сначала бы с управлением разобраться, а потом заходить играть. Так, геймплей как будто бы медленнее стал. Хотя, возможно, это кажется из-за того, что у меня в команде одни говнари. Так, ну меня тут пока чувак разъебывает. По ощущениям, что я рано все-таки начал играть, блядь, ворвался в 10-й див. Тут у чувака фул золотой состав, и, естественно, меня разъебывает. Начало отличное. Так, что-то похожее на атаку, друзья. Оливье! Оливье Жиру! Вот так вот, друзья. Вы как хотели, бля, Оливье Жиру. Не зря же он на обложке, бля, выходил там и показывал, что он, блядь, мистер разъеб 3000. Вот так вот. Нихуя он финты знает. Эй, кто... Блядь, нет. Ну не Киков же, блядь. Да мамке своей позвони. Заебал, блядь, с этим празднованием. Не, у меня в защите, конечно, вообще полный пиздец. Да, все, ГГ. Нет, не ГГ. Ух. Вот сейчас была какая-то новая анимация от голкипера, если я все правильно понял. Так, вот такой финт. Эй. Ну, новые анимации определенно точно радуют. Так, Жиру. Нихуя он пас дал. Так, Жиру пока что MVP у меня. Так, Коман. Дальше. А чё по лонгшотам? Давайте затестим. Ну, летело неплохо. Дальше. Конечно, я не через тот фланг атакую. Чё по навесам? Ну! Блять, штанга или чё там? Кажется, штанга была. Блин, теперь следы остаются от подкатов. Посмотрите. Так, Коман. Давай, братан. Эй! Ху-ху-ху! Вот это вот влетел, блядь! Охуеть! Так, это что? Ёбана! Охуеть! Красивая графика, вы посмотрите. Прям что-то в этом есть. Щёчкой закру... Ебать, это что за новая система? Ладно, похуй, давайте. Типа, как будто я шарю такой, не на! Ну, почти. Ну, слушайте, отыграв ни много ни мало один тайм, я хочу сказать, что геймплей какой-то приятный, что ли. Ну, типа... Даже несмотря на то, что я проигрываю, прям удовольствие получаю. Ну, понятное дело, на первых порах мы всегда удовольствие получаем, потом немножко охуеваем. Вау, тебе угловые так подаются. Это что-то похожее на Pro Evolution Soccer, если я все правильно понимаю. Так, ладно, подача. Хуевая подача. Коман. Бля, как далеко ты от себя мяч отпустил. Да, к новым анимациям определенно точно придется привыкать. Ебать! Бля, контакты прям вообще охуенные стали. Ай-яй-яй. Но это может быть габельное. Или не может. Ух, перекладина, отскочили. Так, есть еще шанс на хэппи-энд, друзья. Ладно, немножко подушим. И на нахуй! Ебать, как залетает! Бля, вот FIFA 22 с такой позиции хуй бы вы забили. И тут на нахуй Жиру в девятину, блядь. Так, соперник начал душить немножко. Поддушивать начал. А, все, скорее всего тут... Габельная пришла. Да. 4-2. Увы. Опа. Жиру. Давай хэт-трик. Ну, закончили на красивой ноте. Хэт-трик от Оливье Жиру. Так, а может еще мяч успеем отобрать? Нет. 3-4. Ладно, эпичный матч, учитывая, какой состав у меня был и какой состав был у соперника. Я считаю, что это неплохо. Отличная фотография. FIFA 23 выходит. У меня вратарь Дефир оформил хэт-трик, блядь. EA Sports. Отлично работаем из года в год. Все стабильно, хуево. Молодцы. Опа, монетки дали. Это хорошо. Теперь у меня 1700 монет. Началось. Сейчас я буду эти аксессуары, блядь, 5000 лет открывать. Ну и, конечно же, у этих всех перформансов будут волкауты. И, конечно же, самый первый перформанс, который мне падает, естественно, это Италия. Не зря я себе татуху набивал, чуваки. Так, это, возможно, даже неплохо. У меня краспозешника не было. Так, второй золотой набор. Один редкий также. Будет ли здесь редкий? Вроде как редкий. Это Модрич. Я пока еще не понимаю, есть волкаут или нет. Если вы шарите, объясните, пожалуйста. Так. Почему все так лагает? Боже мой, PlayStation 5, ну лаги просто, ну посмотрите, как долго все это ставится, ну хуже, чем FIFA 22 стало, ну как бы это тупо и смешно не звучало бы. Так, все, друзья, последнее СБЩ, мы сейчас откроем какой-то крутой пак вроде. Так, три редких, давайте, скроем, посмотрим, надеемся и верим, что это камнебол сраный, блядь. Ну и вот этот пак, друзья, спасибо, поднос.
испанец, ну, такое себе, наверное, Васкес 81, да, ну и кал. Так, сейчас впервые я применяю смену позиции, вот так вот она сейчас выглядит, делаем Руни ФРВ. Ну и, в принципе, я готов, вот так вот выглядит мой сквад, пойдемте сыграем еще один матчец. Так, ну что, состав я опять не увижу, я все правильно понимаю, то есть теперь новая тема появилась, что вы состав можете видеть только вот непосредственно в самой игре. Теперь по-любому нужно смотреть на эту заставку. Окей, что за сквад? Тут уже Льюрис на воротах. Ну ладно, с этим, наверное, можно играть. Так, ну давайте смотреть. Мой состав знатно улучшился после всяких СБЧ-шек. Вот это прикол. О, ха, найс удар, братан. Так, жру. Бля, как он со своим... Как он со своим пейсом 40 вот так вот бегает? Я в ахуе, бля, вы это видите? Так, Уэйн Руни. Дальше. А что если дальше? А что если вот так? Потом вот так вот. И вот так вот. Уэйн Руни. Я был уверен, что он забьет. 1-0. Изикатка. Так, Пакуэта бежит. И забивает мне. Никто не говорил, что будет легко. Все-таки частичка FIFA 22 осталась в этой игре. Вот сейчас прям отличный файнал залетел. Прям по всем канонам FIFA 22. Так, на Жиру. Жиру развернулся. И на нахуй! О, вот это он вколотил просто. 3-1, как вам такое, друзья? Удары как будто бы поприкольнее стали. То есть вносит разнообразие все это дело. Так, Жиру. Не, ну Жиру у меня мастер вообще. Я думаю, он точно тут забьет. 4-1. Нихуя там Руни, блядь. Нормально так. На! Бля, как все легко залетает. Я не знаю, это баг или фича, или так и должно быть. А хуй его знает. Как легко забиваются голы. Это с учетом того, что у него еще Льюрис стоит на воротах, а не какой-то там бомж. Так, Оливье Жиру. Снова выходит 1-1. Но я в нем уверен, как ни в ком другом. Бля, у него удары просто, блядь, я не знаю, это что нахуй. Я не понимаю, это что за карта, блядь. Он бегает, как будто у него пейс 99. Бьет, как будто у него удары 99. Так, Жиру опять бежит. А похуй, я прям отсюда ударю. Блядь, что за гений этой игры, алё? Ты нормальный вообще, адекватный? Ай, все, провал. Гол. Нет. Бля, вот новая анимация от голкипера. Тоже круто выглядит, неплохо. Ну, конечно, если бы залетел, я бы расстроился. Но в целом не сильно, потому что счет уже 7-1. До боли неприличный. Эх, давай, еще один Жиру забьет. На нахуй, бля, подкаты охуенные стали в этой игре. Бля, смотрите, Жиру какой пас вырезал. Просто, блядь. И на нахуй Руни. Блядь, удары какие-то другие совсем стали. Ну, реально, как будто сильнее бьют. Как будто шанс того, что ты забьешь, ну, увеличен прям в несколько раз. Ну, может, тут уже другие скрипты работают, я не знаю. Но забивается прям супер кайфово, легко. Фотка, как обычно, 10 из 10. Вратарь Дефир. Лучший игрок матча, Жиру, блядь. Руни, чё с ебалом, блядь. И вот она, моя первая победа в FIFA 23. 13 заданий я выполнил, ебать. Вот это я сейчас буду конфетти собирать, блядь, полвечера. Ну что я по итогу могу сказать? FIFA 23 пока что меня радует. Особенно радует Оливье Жиру, который разъебывает меня в двух матчах подряд. Хотелось бы от вас попросить максимальной поддержки. Понаставим много лукасов, и завтра на моем канале выходит первый пак-опенинг FIFA 23. Поэтому если ждете, лукас, комменты, ну и в целом пишите, если вы сами играли уже в FIFA 23, как она вам. Норм игруха, не норм. Мне по первым впечатлениям прям вообще отлично. На сегодня все. С вами был я, Пандос Фиксович. Спасибо, что посмотрели этот ролик, и всем хорошего настроения. Чао, какао.